Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте пресекли деятельность группы лиц, организовавшей поставку и сбыт синтетического наркотика на территории Республики Саха-Якутия. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела совместно с коллегами из Управления Росгвардии были задержаны двое подозреваемых в незаконном сбытии синтетических наркотиков. Установлено, что 24- и 31-летние фигуранты прибыли в Якутию из Приморского края с целью реализации наркотических средств. Для этого они арендовали квартиру, где расфасовывали привезенный наркотик на разовые дозы. В рамках проведенных мероприятий сотрудниками транспортной полиции изъято свыше 100 пакетов наркотических средств, расфасованных для дальнейшей реализации. Кроме того, в рамках предварительного следствия сотрудниками транспортной полиции установлен организатор поставок наркотика в Республику Саха-Якутия. Молодой человек задержан и этапирован из Владивостока. По месту жительства задержанного изъято порядка 200 граммов синтетического наркотика. Общий вес изъятого наркотического вещества в рамках данного уголовного дела составил порядка 300 граммов. Кроме того, в ходе расследования задержаны несколько покупателей наркотических средств. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время следователями Следственного отдела Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по статье 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция по данной статье предусматривает до 20 лет лишения свободы. Фигуранты уголовного дела до момента его окончания помещены в следственный изолятор.